Причастники, выслушайте молитву по святому причащению, верую Господи исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришеды мир грешное спасти от ниже, первый, первая есть мас, еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самое честная кровь Твоя, молюсь бы Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведним и неведним, и исподобь меня неосужденно, причаститеся, причисти Твои таинств, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастника, причастницу прими, не по врагом Твоим тайну повен, не лапзаняти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедуете, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение, будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного. Такая любовь, как ни одному святому, мы видим, продлевается до сегодняшнего дня святителю Николаю, архиепископу Меликийскому чудотворцу.